27 сентября в Избербаше совершает свою работу Северокавказский молодежный образовательный форум «КАСВИ-2024» на платформе «Росмолодежь. События». Форум проводится уже в 11-й раз. Собрал более 500 молодых людей из 50 регионов России и зарубежных стран. Последний день форума «КАСВИ-2024» проходит в атмосфере активных дискуссий, завершающих мастер-классов и лекций от ведущих экспертов. Участники, представляющие такие направления, как молодежь в предпринимательстве, туризме, цифровом обществе и патриотическом воспитании, продолжают обсуждать актуальные вопросы развития региона и свои проекты. На закрытии форума прибыл глава Дагестана Сергей Меликов. Он примет участие в пленарной сессии, где обсудит результаты работы участников вместе с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Денисом Ашировым. В рамках форума участники представили проекты в самых разных сферах, от добровольчества до военно-патриотических инициатив. Глава республики Сергей Меликов ознакомился с некоторыми из них. Среди представленных инициатив проект «Школа дронов» для участников СВО, всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница-2.0» и воркаут площадки. Также глава республики поддержал идею создания знака отличия за вклад в развитие добровольчества, предложенного дагестанскими волонтерами. Отметим, что основная тема форума в этом году – это развитие молодежного туризма. За 5 дней участники получили возможность пообщаться с федеральными экспертами и обсудить тенденции туризма.